Приветствую, друзья, вас на канале Warplay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Surviving the Aftermath. Обновление 4. Гликие умы. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня мы будем заниматься строительством вот таких замечательных сооружений. Экстракторов, бетона, железа, ну и пластик уже построили. Ну плюс еще мы займемся улучшением нашего медицинского персонала. Так, короче, пока что посылаем нас друзей погулять. Это что, подождите, что здесь сделала? Что ты здесь сделала? Так. Ага, ты у нас забирал лекарства, да? Я уже не помню, потому что давно не играл уже. Так, ну ты домой собирал. А, нет, собирался за аптечками. Аптечки. А, ты за машиной шла, да? И машину мы отправляем домой. Так. Отлично. Отлично, так. Короче, так, начинаем строить тогда экстракторы. У нас людей достаточно. А мы уже пока что экстрактор уже построили здесь. Так, значит, не будем строить что-нибудь еще. Ну ладно, это что? Металл? А это что ты добываешь здесь, дружище? Металла. Тоже металл добывается, да? Но бетон нам не нужен. Значит, подождите, а что мы тогда планировали? Что я планировал делать вообще тогда? Не помню уже. Ну да ладно. Электричество мы занимаем. А, мы же что-то прокачали дерево. Производство мы полностью прокачали. Сейчас только занимаемся экстрактом. Так, что можем сейчас еще дальше? Безопасность у нас тоже почти что улучшенные ворота. В первую очередь делаем. Исследовать. Отлично. Ремонт, медпункт. И вот, идем к медпункту. Будем медпункт строить. Пока медпункт строить, будем еще построим бетонный экстрактор. И его поставим вот сюда. Так, идите сюда, где там наши бетонные экстракторы. Пластик, бетон. Так. Значит, нет, ну, вот так по-другому, так, у нас здесь дерево, вот дорога здесь идет, значит, дорогу поставим здесь, так. Так, что такое, что там было, что-то там закончилось, пластмасса, так, ладно, пока они этим занимаются, можем отправить ее за одеждой. Этого чувачка, надеюсь, тебе не шандарахнет сейчас, ну, шандарахнул, да хер с ним, ты еще все будешь жить. Так, дяденька, собирай. А, вот тут что нету, да? 80. Я думаю, что успеем даже полностью собрать. А, ну, кстати, надо построить машину. Мне надо машину построить. Так, что с электричеством? У нас 58 энергии плюс идет. Хорошо, это отлично. Отлично, так. Так, так, масло добывает. Ой, это выращивается под солнышки, да, хорошо. Так. А ну вроде бы, короче, вроде ничего офлайн не делал. Я построил только эти три ветряка, потому что в прошлый раз у нас там запар получилось, они не несли то, что им надо было нести. И все, а по большому счету бы еще мы не делали. Такого в этом плане. Кстати, надо было это очистить сначала. Куда вы, что вы чистите, друзья? Давайте концентрироваться на этой части. А она не ее добывает. Сейчас они отсюда и рубят это все дело. Отлично. Пусть они рубят дальше. Вот этот до сих пор еще чувачок сидит здесь. Я не знаю, что он, как это, что это такое вообще. Это какое-то, блядь, непонятное существо в виде человека. Ну да ладно. Смотри, как это все вблизи выглядит просто шикарно. Батареечка работает. Тут работает, дяденьки. Все работает, все бегают. Все отлично, все Слышь, ты храпите, смотрите. Как ты можешь храпить, у тебя рядом, блин, сработает экскаватор, блин. Экстрактор в этом плане, на экстрактор. Так, что у нас тут еще есть? Кстати, у нас же были еще какие-то тут сооружения где-то. Какие-то сооружения у нас здесь были. Ручной выделки, то бишь... Ой, ну ты прям улетел, черт. А вот-вот-вот, был, нашел.
Но ничего бывает. Здесь еще. Восемьдесят восемь, окей. А у нас же еще, кажется, кто-то пластмасс добывал где-то, да? Или ошибаюсь? Не, вот пластмасс добывали, да. Так, тут закончится, нет, не занимается, и скоро это закончится. И я думаю, что больше не будем мы дальше продолжать с ним. Ну, то бишь, строить такие, у нас уже есть экстракторы, так что они будут работать за нас. Если надо будет, там, в дальнейшем мы и зачистим еще зону. Это вообще не проблема. Так, нам бы еще построить какую-нибудь батареечку, парочку батарей построить, чтобы эта энергия хранилась, вдруг начнется магнитная буря. У нас есть большие батарейки, вот они тут ставим как раз они сюда влазят там. Раз, два. Ах ты ж жопа жопошная. Допустим, мы отменим это. Отменим это. Итак, построим надо. Где у нас здесь получается последний рубеж? Ага, вот так. Раз, два, три. А почему ты не ставишься, дружище? Ну ладно. Не суть важно. Дорогу надо протянуть. Может из-за ядерных отходов, но я не уверен в этом. Потому что довольно-таки далеко. Так, что здесь происходит? Тут строится? Да, здесь все строится, отлично. Так, что у нас с изучением нашей 19 часов еще? Так, вторая скорость, ну еще на первой скорости работаем. Надо как-то побыстрее, активнее, друзья. Специалисты готовы, погнали. Ну ты домой направляйся уже, чувак, ты уже нормально отстрадал. Ты собери еще это дело. Было бы круто, если бы мы могли собрать все это дело с этим дяденькой. Не знаю, сколько у нас тут уже машин, друзья, облекала целая куча уже, кажется, я их набрал. Так, что у нас с лекарствами? У нас, блин, нет йодных таблеток, это плохо. Очень плохо. Так, скоро у нас это проапгрейдится. Так, что у нас со складами? У нас склады почти что все полные. Смотрите, у нас просто валится. Валятся полки, блин. От столько ресурсов. Я не помню, когда столько ресурсов у меня было. Мне кажется, с каждым обновлением это все делает легче и легче. Что такое? Есть специалист. И что у вас, 5 взрослых? Да, забираем. Так, построить Оскар. Им надо дом построить. Подожди, Оскар, мы сейчас тебе построим дом. Отлично, дорога работает. А я-то думал, что не влезет. Ладно, строим домик. Домик. Два домика сразу построим сюда. Домик, коммунальное жилье. Одно. Две. Два, вернее, не две. Так, хорошо, сейчас протягиваем дорогу. Как раз они очистили эту зону от ядерных отходов. Отлично. А здесь, подожди, можно дорогу провести вот так? Подожди, сейчас, блядь, прохитрим. Сейчас, секундочку, посмотрим, можем ли... Ой, нет. Не, захотелось. Зато здесь можем. Вот так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что ты тут? Куда ты там дорогу поставил? Тупица, где-то она? А вот она. Психопат. Так. С. Центру. Коммунальный. Так, идем на карту. Так, давайте открывать территорию пока что. Ну, дяденька, давай не получи звездюлей. Нормально, не получил звездюлей. Ну, а ты иди, значит, что? За металлом иди ты.
Так, что мы здесь открыли, кстати? Да, блядь, опять. Дядь бандитов мы открыли. Окей, ладно. Так, аккумулятор за... Так, аккумуляторы все заряжаются, все отлично. 5000? Укрепленные ворота. О, о, появились. Замечательно. Дальше идем. Где наши? Дальше. Безопасность превыше всего, говорится, да, ремонт. Что ремонт? Ремонтная мастерская. В большой колонии ему сложно уследить за всем, что требует ремонт. Ремонтная мастерская нужна для того, чтобы автоматически монтировать все поврежденные задания в зоне действия, при условии, что в ней достаточно работников и хватает ресурсов. Ремонтная мастерская, workslot of 3. Construction для этого бетон, железо и доски. Нужны 3 литра рабочих. И чтобы поддержать его в хорошем состоянии, нужен бетон. Время изучения 1 день 6 часов. Но очки науки 200. Без проблем, у нас достаточно очков набрали. Мы очень неплохое количество очков. Итак, тут у нас работает, дяденьки. Да, тут работает. Так, сюда быстренько второго человека. Сюда два человечка работают. Здесь хорошо. Здесь тоже два человечка работают. Но то, что вот и друзья говорил, это что... Я в предыдущем обновлении говорил, что добавят... Надо было бы добавить второго человека, да? Вот они добавили. Только они сделали это через дерево изучений. То бишь, дерево исследований, да? Добавили возможность изучать и использовать эти очки действия более разумно. Потому что, ну... Я говорю, что раньше ты открываешь целую группу, а сейчас у нас есть под этой группой и еще целая подгруппа, что ты можешь улучшить и каким образом, и ставить приоритеты на то, что тебе надо и что тебе не нужно в данной стадии развития. Вот. Довольно-таки продвинутая тема, очень хорошо. Не ожидал, что будет так хорошо проработано, но это так. Они проработали это довольно-таки неплохо. Я не разочаровался в этом плане. И то, что разрабы этим занимаются и уделяют этому большое, огромное внимание... Это радует. Это действительно радует. Что они не забрасывают игрушку и продвигаются. Вот. Супер красавцы. Потому что проект довольно-таки неплохой. Довольно-таки хороший, скажем так. Это что-то в духе Fallout'а. Только с жанром выживания и градостроительного симулятора, да? То, что вот мы видели в Fallout 4, там строишь свое помещение, да? Там вот эту свою базу, да? И там этим занимаешься делом. Вот, так, ладно, пойдем переместить рабочую зону сюда. Посмотрим. Потому что мы будем сюда развиваться. Здесь у нас есть некие плодородные земли. И потом это надо еще брать. Здесь, блин, тоже плодородные земли. Ой, тут еще много гадости. Ну ладно, пусть пока сначала там займутся делами. Потому что я проверил то, что мы можем поставить. Это что такое было? Это по чуду сломался. Охерел вообще, жопа. Не раньше не ломались так. Интересно. Это что-то новая механика, потому что раньше они ломались только при ударе молнии. Очень круто. Так, перейти, так, идем, так. Забирай все, что возможно. Ты иди, дойдешь до дома? Походу нет. Мне жопа, блин, парочку не хватило. Так, ты собрал все уже, да? Ну, можно было бы еще сюда отправить, блин. Ну, опасно, ладно, пофиг, отправим. Ты сбрал свою машину около нашей базы где-нибудь. Блять, не доехала. Извиняюсь, мои французские друзья. Так, идем дальше, идем сюда. Такс. А, все чинят, все отлично, красавцы. И что, здесь поломалось что-то еще? Это как? Почему? Я не понял. Это кто-то ему треснул или что-то случилось? Или перенапряжение случилось? Я не понимаю. Такой-то писец. Вот тут даже что-то не поработало, а уже тут начинаются какие-то проблемы. 10 часов, и будет у нас готова мастерская. Я мастерскую сразу поставлю сюда, чтобы они чинили вот этот жизненно важную отрасль, электричество. Так,
Дальше, что у нас здесь? 100% здесь, что у нас добывается, да? Да, у нас еще тут много переместить рабочую зону. Давайте же переместим даже его. Я говорю, переместить, а не, блин, убрать его полностью. Вот так, отлично. Высаживать дерево. Здесь где-то нормально. Пусть высаживает. Там хоть там уже достаточно дерева. Как смешная музыка. Ладно. Так, ладно. Короче, что у нас здесь? У нас здесь... Опа. А это как я так? А, я же убирал на больничке, когда у нас была эпидемия. Давайте рыбку ловите дальше. Вот здесь человек. Так, что у нас по исследованиям? Скоро уже будет готово. Сейчас наши эти опять будут готовы. Пойдем тоже их пошлем домой. Некоторые из них уже прибудут к нам. Некоторые будут еще по полю гулять. По карте, по полю, блин. Ну, дяденька, давай ты так. Ты же очень счастлив. Блять, не получил здесь деля чуть-чуть. Зато мы собрали ресики. Здесь еще мы сможем, может быть, прожить. 40 урона. Так, все, да, все у нас вроде бы дома. Отлично. Что прийти к карте мира? Ты о чем? А, это дяденька еще. Отлично. Выучить. Сразу запускаем медпункт. А что за медпункт? Одинокая палатка врача не спасет. Большой колонии полевой госпиталь тут пойдет лучше. В нем большое место и возможности для лечения самых разных заболеваний. Полевой госпиталь. Воркшоп 3 слота, энергии 4. Конструкция дерева, доски, то бишь пластмасса, бетон, конденсаторы и, ну, ткань. Да, понял. Хорошо. Выучим, выучим это. Сейчас ставим и строим, и сразу застроим. Где наш... Не, он будет здесь, скорее всего. И даже нет, вот он где должен быть, вот. Механическая мастерская и мастерская... Стоп, бля, я что-то не понял. Крытый склад, надежный склад. Хранилище отходов, я понял. Ну, а где наш... Так, я что-то не уехал. Ты где, блядь? Паскудник. Он... Блядь, ремонтка и мастерская находится, блин, в здоровье. Ох ты жопа. Хотел чуть почитерить, не получится. Ладно, поставим туда здесь его где-нибудь. Ну, блин, тоже как-то тупо. Ага. А здесь мы можем сделать такую хуйню, смотри. Ну, давай так и сделаем. А сюда мы просто проведем дорогу. Только вопрос, почему не влезла нам станция? Без понятия. Ну, да ладно. Так, наши... А как это так, блядь, они готовы? А, потому что они хилятся, они дома находятся. Это еще до сих пор пачки себе собирает. Ладно, давай иди поисследуй, пока ты тут находишься рядом. Таблетки. Невелика потеря. Так, короче, пошли зачищать территорию где-нибудь. Бандюг есть это? Бандюган. Бандюгана не вижу нигде. А вот и бандюган рядышком. Пойдем его отчехурить, потому что это боец у нас. Окей, они все хилятся остальные. Так, вы давай уже ядерные отходы забирайте. Они забирают отсюда, наверное, да? Да. Вот туп... Упырки. Ну, а где-то кто строить будет? Вот плохо, что эти не задействованы, блин, ничего не делают. Просто гуляют, блин, такие вообще на расслабоне. Не, чтобы они тут ничего взяли, поработали, пока они тут отдыхают здесь вообще без понятия. Ушлепки, а? Опа, Иисус. Ёптать, у нас Иисус, друзья. По воде ходит, ёшка-матрёшь.
Не здесь, на Земле это не богохульство, это просто, это баг такой, наверное, что-то, ну, бежит поэтому по воде, ну, короче, короче. Так, значит, переместить рабочую зону. Я могу увеличить эту зону? Нет, не могу увеличить эту зону. Тут один работник ей хватит, пусть он работает, одна женщина пусть этим занимается. Нам троих не нужно. Если было бы три зоны, которые ты мог бы назначить, тогда окей, можно было еще что-то поделать в этом плане. А так нету смысла. Так, с едой у нас все отлично. Вот вообще от воды надо как-то еще. А почему у нас с водой еще нет? Она, наверное, находится в производстве. Не, но нет, исследование, подожди. А где наша универсальная резина? Пища будет в пище, что ли? Его перекинули в пищу? Да, мы тот бурение перекинули в пищу. Улей с подогревом. Друзья, это что-то новое. А, это личиночная ферма. Ёптамать, что-то личиночная ферма. И тут ульи, они будут быстрее расти. Тут пчелы, тут нарисованы пчелы, блядь. По какого хера? Минус 3 расхода энергии личиночной фермы. Ну это неплохо, конечно. Семена, теплица, утепление, но это понятно, тоже опять минус 3. Метод бурения, это тоже хорошая вещь. Крупные бочки, это по гастрономии, это что у нас? Пекарня, мельница, ага. Скорость производства, время исследования мельницы, да? Это у нас обучение поваров, кулинарная техника, плюс один рабочий. Ясно, окей. Ну это как и понятно, блин. Не, они, конечно, сделали разветвление очень такое масштабное, чтобы мы могли эти очки использовать, потому что мы соприкасались с тем, что в конце концов у нас было столько очков, и их некуда было девать. Некуда просто было, попросту некуда было их девать. Так что ты нашла там? Ой, конденсаторы, конечно, красавчики. Дяденька, ты что здесь? Ну давай за... Ну блин, тут опасно тебе, конечно. Так, это еще хилится. Окей, пусть хилится. Дальше, значит, так, дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас изучается... А, медпункт. Короче, да, мы можем уже сносить это. Уничтожить. И сюда мы это потом уничтожим в последнюю очередь, когда уже появится у нас... так, ну сколько производства энергии? 46. Кстати, знаете, что сделал, друзья? Давайте еще один... ну сейчас они это уберут, поставим еще один ветрогенератор. Даже сейчас можем поставить пока этот. Так, они достают до этого? Да, они достают, все отлично. Так. А что у нас? А, не, все, 242, 14, все нормально, хватит. Что у нас сырье? Волокно очень мало, блин. А что ты добываешь? Сколько ты добываешь, дружище? Одно волокно? Ёпты. Здесь волокна, да, много идет, сколько здесь волокна? Два волокна. Ну ладно, не так страшно. Что? К вам обратился колонистский в поиск лучшей доли? Что? К вам подходит одна из ваших колонисток. Она взволнована, но полна энтузиазма. Слушайте, я тут вообще подумал. Тут круто, конечно. Наверняка за воротами колонны есть что-нибудь большее. Я бы хотел, наверное, этот посмотреть. Не поймите меня неправильно, но я, возможно, скоро уйду. Я хочу видеть мир. Я хочу лучше давать. Ну давай, иди на. Вы видели, что женщина уже думали и решили, дайте ей лучшее снаряжение, которое не только есть в вашей колонии, а так и желает удачи. Она просто учится от счастья. Видно, что ей давно хотелось уйти из колонии и посмотрела мир. Через некоторое время она возвращается, правда, теперь ее трудно узнать. Ее кожа покрыта шрамами и ступнями, за спиной уже нет тяжелый рюкзак. Ничего там не делать, заявила она. Снимает рюкзак и дает свои находки колонии. Ну вот, видите, друзья, никогда не держите людей, все равно они рано поздно или вернутся. Тараван, караван. Ой, кстати, я насчет торговли вообще забыл. Так, иди сюда.
А, у тебя еще нету хп-шек. Не, подруга, ты уже возвращайся домой, ты уже, блин, скоро умрешь иначе. Опасно, ну рискнем, давайте рискнем, да? 50. Давай. Какая незначительная победа, дружище, блядь, тут пиздец, я просто тубасим его, я даже не пойму, как их звать. Незначительная победа, он говорит. Так, тут все? А, тут еще женщина. Так, хорошо. Ладно. Так, тут строится, да, все уже строится, да. Ну, давайте мне мою, блин, мою, эту, как его, больничку. Я хочу больничку же построить, парочку. Один час остался. Значит, уничтожить. Оу. И медицинская карта. Очень вероятно, что в мире проживающего конец света один и тот же пациент будет ходить к одному тому же врачу всю жизнь. И очень часто медицинская карта позволяет отслеживать историю болезни и помогает в лечении. Плюс 25 скорость лечения, полевой госпиталь. Время исследования 23 часа, очки науки 150. Отлично. Все, строим мы госпиталь. Где госпиталь? Иди сюда, госпиталь. Полевой госпиталь. Мы строим сразу... Давайте 3 построим, и нам достаточно будет. Раз, два, тихо. Два, три. Конечно, не будут все работать одновременно. Будет работать только один. Три мы у нас будем ставить, когда нам будет эпидемия или что вроде это. Получается у нас 6-18. Да, 6-18 человек при одном заходе. Плюс еще мы выучим 25% скорби. Довольно-таки неплохо. Может быть, потом еще даже четвертый поставим. Но это будет в эту сторону уже развиваться. Так, ветряк построенный. Так, с водой надо разобраться. Ну, потом начнем заниматься уже водой. И с пищей. Так, что с едой, кстати, у нас? Смешанный рацион, кукуруза, рыба... Окей. Сколько у нас здесь? 3 ячейки. Блин. Да, с 3 ячейки. Здесь мы сделаем по стопу, не будем... Они будут... Она будет неактивна. Так, давайте достраивать уже. Это активно. Ой-ой-ой, стопе. Блин, опять куда-то вниз уехала. Это надо остановить. А что ты еще не выбираешь? Я не могу выбрать себя. Когда мы стоим на паузе, они не используют электричество. Отлично. Так, дальше. Дальше. Надо нам построить, друзья. Значит, надо построить нам... А вообще ли мы можем это построить? Это вопрос. Я не помню. Мы, кажется, не изучали это дело. Исследование. Где наши двигатели? Вот, автоэкспедиция, гараж построим. Следующий гараж надо построить, чтобы наши пацаны быстрее передвигались по карте. Это тоже довольно-таки много места занимает, кстати говоря. Это плохо. Надо какую-то найти неплодородную землю, куда это все забубенить. У нас такой плодородной земли нету, блин. Блин, опасно. Здесь дома у нас. Ай, жопа. Может, кто-то сюда? Ну, тут плодородной земли очень много. Может, сюда к ним парочку поставим. Вот сюда. Потому что дома будем развивать в эту сторону. Ну, сейчас это... Так, с наворотами поработали еще. Смотрю, да, у них новые текстурки появились, да? Откройте новую торговую. Что у нас появилось? Мы что-то новенькое можем приобрести. Чего у нас нету? Опа, мы можем продать. 16 очков. Зачем вам 20 штук? Просьба. Подожди, красное было то, что они требуют, да? Это Чемсфиль, да? Подожди, проверю еще раз. Чемсфиль, не помню. Чемсфиль. Чемсфиль. Красное то, что они хотят. Чемсфиль. Они хотят ядерное...
Да, они хотят ядерные отходы, окей. Сейчас, друзья, вам дадим ядерные отходы. У нас их, блин, целая куча. Где ядерные отходы? Подтвердить. И что мы еще можем продать им? Железо мы продаем сейчас на данной стадии. Окей. Медицинская карта исследования. Исследование. Автоэкспедиция. А подожди, я уже изучил ее. А, нет. Исследовать. Значит, пойдем сначала здесь, выучимся, да? Тут довольно не так мало осталось. Ну, мало осталось мне. Тут 12 часов, до 4 часа, 3, 2 дня, 3 дня. Не страшно. Довольно-таки быстро будет. Тогда же, знаешь, что делаем? Вот так делаем. Смотрите, скорость звезданем. Так, короче, так. Что у нас здесь? Собирай, дяденька. Иди конденсатор собирай. Женщина, ты нам домой направляешься. Да, иди домой. Дяденька, ты идешь смотреть сюда. Курточки, нормально. Ну, блин, рискуем. Рискуем, но это все, больше уже не можем рисковать. Дальше мы сдохнем. Ну и выруби этого козла. Эта женщина соберет последний лист, там что-то надо будет собрать. Ах ты, блин. Ну и блин. Тут 529 ресурсов, ну ладно. Ты куда направлялся, дружище? А, за бензином. Или кого там? Ладно, давайте сейчас нам бензин собери тогда по дороге уже. Так, окей. Химкомбинат еще бы построить, блин. Будем производить топливо, блин. Ну, мать моя, женщина, довольно дорогая штука. В плане энергии очень дорого, дорого, дорого. И нам пока что... Не, ну нам все равно, да, блин, строить химкомбинат, по большому счету. Давайте химкомбинат построим. Ой, как мало места он занимает вообще-то, по большому счету. Так, ну, химкомбинат мы построим где-то здесь. Вот сюда, например. Вон забубень его сюда вот. Вот так как-то, да? Или наоборот сюда вот забубенить его. А давайте сюда поставим его. Так, специалисты готовы к работе. Ай, он схлопотал уже по ушам. Домой, дяденька, иди, у тебя мало хп осталось. Угу. При первом же, блин, луте, блин, получил звездюлей. Так, что у нас здесь происходит? Так, 30 у нас получается будет 26 энергии. Ладно. Надо еще не ветряк строить, да? Так, что у нас здесь? Изучили мы авто... паяльные лампы. Это что у нас? Результат гнить металла делали непросто и довольно долго. Паяльная лампа, инструмент, посвященный но нам много устройств. Ремонт автомобиля, 20% производства, гараж. Так, что это у нас? Капремонт. Уничтожили, сколько всего произошло на планете, что автомобиль еще работает. Настоящее чудо. И очевидно, что если вы планируете ездить на машине долго, заменным ситуацию отделиться не удастся. Плюс одно очко действия, не встало. Окей, берем. Очко действия, это всегда хорошо. Так, ну следующее, чтобы сейчас построим это дело. Ух ты. Что? Вы слышите, как настройка хорода. Да, решил исполнять какую-то песню под аккомпанент. Так. А, веселитесь, блин. Колония 4, инфекция счастья 15, блин. Повеселились, блин, заболели все, блин. Какую-то дрянью. Ладно, у нас есть госпиталь, так что это не проблема вообще. Так, что у тебя здесь, дружище? Заберем. Блин, и получал звездюля опять. А ты иди сюда, дружище.
Я знаю, что можно просто оставить их, ничего не кликать по ним, они сами все сделают. Типа, ну мне как-то так лучше. Блин, странно, что здесь мне не дали по ушам. Отлично, супер. Так, тут сейчас ветряк построится уже, да? Я вот там храп там триндеть, работайте. Так, химзавод сейчас будет уже готов у нас. Химкомбинат. Так, где ты там, дяденька, не знаю. Отлично. Сюда. Бензин, нормально, нашла бензин. Отлично, хорошая, хорошая девушка. Ну или женщина в этом плане. Так, ты, дяденька, иди сюда. Что у тебя здесь? Ты забираешь, да, все. И получишь изделие, да, ну и тебя отправим потом на базу. Что у тебя здесь, дяденька? Заберешь? Ух ты, блин. Так, окей, отлично. Супер. Возвращаемся. Ну, производится у нас топливо сейчас. И сможем уже топливом торговать уже в будущем, друзья. А надо кому-то топливо еще торгануть? Кто-то требует топлива, кому-то нужно топливо. Да, вот есть топливо, нужно 336 топлива. Блин, следующее это мы сделаем. Вообще, сколько у нас вообще денежек? Что у нас вообще? Я же вам стат не показал, да? Как видите, у нас еще не 0 смертей. Это все хорошо, все отлично. 76 дней прожито, 13 групп прошедших, 13 мы взяли. Дети 1. Так, что у нас? Подожди, у нас 541 очко? Что, так мало? Как с этими очками, я не понимаю вообще действия, блин. Вывели бы здесь в отдельную строку их, наверное, и все, не было никаких проблем. Третий большой ветряк закончен. 56 энергии плюсом. Но с водой нам надо сейчас будет разбираться потом. Так, склад заполнен опять. Ну, бля. Все склады заполнены, друзья. Все, посмотрите, у нас все под завязку нахер. О, мать. Вот твою мать. Метеоритный дождь. Это плохо. Сейчас она повредит нам нахрен все, что возможно. Походу, эту женщину никогда домой не верну, блин. Она уже там столько набрала, как эта дяденька. Еще конденсаторы, бля. Иди сюда. А ты сможешь его отдубасить? Незначительное поражение. Нет, не сможешь его отдубасить. Ну ладно, иди тогда сюда. Собирать чего-то. Не, иди сюда вот. Лучше нам таблеточки. Так к нам бабушка больше не приходит там с всякими загадками. Ну что, друзья, надо еще построить, наверное, склад тогда, скорее всего, потому что, ну, другого выбора нет у меня. Потому что, ну, это писец, они тут так это все добывают так быстренько у нас. Даже с едой у нас таких проблем нету, как с этим вот. Смотри, они уже носят. Ну, уже 80% заполнено. 20. Кортом прибыла группа выживших. Специалист. Двое детей. Да, берем. У нас достаточно места. С водой надо будет сейчас разбираться, блин. Так, кстати. А почему я это... Ах, вот, я же не построил, ёшки-матрёшки, я же не построил эту... Это будет где-то здесь, наверное, да? Гараж. Сколько ты занимаешь места, дружище? Блять, как места занимаешь много. Гаражи мы где-то перекинем. Где-то сюда. Штуки 4 поставим.
Ну, блин, плодородных земель столько, блядь, не хочется мне это... А есть что здесь еще? Вот здесь, например, вот, много неплодородных земель. Первым же ударом ебанули по нашим батареям. Вот твои ёбки. Главное, по полю не попадите, пацаны. По полю не попадайте. Блять, еще и сюда врезал. А что так? Блять, это же третий скорбь. Ну что так происходит так быстро? Почему я ничего не успел сделать? Прогноз катастроф лучше надо сделать. Первое дело. Так, хорошо. Смотрим, куда мы можем поставить наши гаражи. Кстати, давайте посмотрим здесь. Раз. Два. Ну какого хера? Ай-яй, нет, туда, нет, обратно, обратно. Ща, блин. Надо было сначала наметить территорию, а потом уже, блин, строить. Вот так. Итак, что у нас... Как-то нелогично. Ладно, черт с ним, сделаем так, да. Раз, два, три, четыре. Больше не будем строить. Пока что хватит нам 4 машины. Они отсюда все забрали и вынесли сейчас обратно. Ну извините, друзья, ну что ж делать. Нам надо машины построить срочно. Так, дяденька отдыхает, что у нас это? Тут у нас уже готово, да? Да, специалисты готовы по миру гулять. Ну иди за бензином. Блять, ну и... Так, гаражи строятся, отлично. Так, комбинат производит топливо. Все замечательно. Энергии у нас 56. Еды у нас очень много. Так, что можем еще? Что это у нас? Инструментская мастерская. Что у нас с одеждой? Да, у нас все нормально с одеждой. Да ёпты. Хоро взрывать моего чувака уже. Чувака за хоро взрывать уже, а? Что за хуйня? Так, хорошо, что у нас с энергией? У нас 15 тысяч киловатт сохранено, я считаю, это киловатты, да? Так, что у нас здесь? Бензин уже, смотрите, принесли, да, друзья? Мы бензин, бензинчик принесли, да? Да, бензинчик. Здесь парочку бочек. Тут связка дров. Но я думаю, скорее всего, я думаю, что эти тектурки потом переработаются в более детальные. Сейчас это просто такие намякетики, набросики. Здесь на что? Бензин. А, это подсолнечное масло. А это бензин уже. Черные, красные канистры. Как у тебя нечего работать? Здесь рабочую зону. Ну вот сюда. Тут у нас дома будут строиться дальше. В дальнейшем. Работайте. Так, что здесь у нас происходит? Два человека работает, здесь два человека работает, все отлично. Что у нас? Бетон. Что с досками? Доски у нас добываются, все замечательно. Дом лесничный, все окей, все отлично. Что у нас по исследованиям? Прогноз катастроф, 7 часов еще осталось. Такс. Да, хорошо. Так, что с едой у нас, подожди, так, пшеница, что у нас очень... Что такое?
Прямо в центр вашей колонии приземлился странный воздушный шар, напоминающий метеозон. В его казне вы нашли кучу непонятного оборудования и бумажку с посланием, где ручная земля своя пишет поворот. Пойдет на город вперед, старается снова смог нам куда-то брать экспедицию. Так, прямо в центре вашей колонии приземлился странный воздушный шар, напоминающий метеозонд. В его корзине вы нашли кучу непонятного оборудования и бумажку с посланием, где вечная змея свой пишет поворот, пройди на год вперед до старца вселенного, помоги нам, куда отправить экспедицию, блять. Двенадцать шагов от изгиба дороги до большого камня. 365 шагов от изгиба дороги до старого дерева. От изгиба реки до старого дерева. Но с этого. Да, расширенное сообщение, вы отправили поисковую группу осмотреть то место, откуда прилетел метеозон. Скорее они возвращаются к вам с целой горой научного оборудования. Откроется на большой пещере, на которой указывало послание, скрывалась маленькая секретная лаборатория, которую вы, увы, уже успели основательно разграбить. Разбойники. Все-таки мы получили 12 конденсаторов. Или как они тут называются? Комплектующие, блядь. Комплектующие. Комплектующие просто. Комплектующие, просто комплектующие. Так, женщина. Так, ты хилишься. Ты что у нас, дяденька, собираешь конденсатор? Ты хилишься. А ты сейчас, наверное, еще раз получишь подразделение. А, не, нормально. Значит, мы сможем полностью собрать это дело, все. Так, что у нас здесь? Гараж, машина. Так, тихо, что? А, нету специалиста, нужен специалист. Все специалисты у нас тут суются где-то. Ну, универсальная резина. Если с дороги нет, какая разница, сколько у вас лошадей под капотом. Универсальная резина помогает чувствовать себя уверенно на любой дороге. Исследуем. Исследуем. И И получается, исследование... У нас полностью исследование закрыто. Полностью производство закрыто. Безопасность тоже полностью закрылась. Осталась у нас колония и пища. Ну, это уже будет, я думаю, в дальнейшем. Так, потому что это большое поле вообще. Да, это большое поле. Показалось, что такое маленькое. Так, что мы построили? Мы сейчас можем построить радар. Ну ты жопа, а. Нихер себе он место занимает, писец. Ну ты жопа. Куда тебе запиндорить, а? Ну только сюда. Как раз влезет. Радар. Он будет предупреждать о опасности за 3 дня. По идее, как он... Немного подготовлен на очередную стихию, но это понятно. Да, кажется, было 3 дня, если не ошибаюсь. Я сейчас узнаем. Так, что с нашими складами вообще? Тут 21% заполнен, 77%. А что здесь у нас? Скрытый склад 50% заполнен. Здесь люди работают, все отлично. Сейчас радар построится, у нас упадет энергия еще на 30. Блин, надо еще строить... ветряков парочку. Так, ты как, насколько ты, блин, не хватает, да? Блять, мы добавим еще одного человека. Можно как-то улучшить зону? Нет, нельзя. У него идет по основанию просто. На, жопа, пересесть рабочую зону. Ну ладно, да, убираем одного. А, ну пусть он будет здесь, без разницы все равно. Нет закрепленных рабочих? Что? Оу. Вот какая херня здесь, надо еще закрепить рабочего, блять. Такого раньше не было, но специалисты автоматически сразу прыгали и делали то, что им надо было делать. Так, у нас сколько дней сейчас активно, все хорошо, радар работает. Ну окей, отлично. Так, что у нас там дальше исследуется? Универсальная резина?
Это, подожди, это что-то строение или это просто... Два ключа... А, очком действия, очки действия. Отлично. Ну так, друзья. Я думаю, на сегодня мы закончим с этой игрушкой. Будем уже продолжать в следующих сериях развивание дальнейшее. Так что большое спасибо, друзья, за вашу поддержку, за вашу подписочку, за ваш лайкосик, за ваш колокольчик. Огромное спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что мы достигли 200 подписчиков. Огромное вам спасибо за это. Как говорится, ваша поддержка — это неоценимо, друзья, как говорится. Огромное вам спасибо. Так что, опять же, друзья, повторяюсь, если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения. И оставляйте, если какие-то советики, оставляйте их под этим видео, или какие-то пожелания, или какие-то напутствия, чтобы, может быть, я что-то делаю неправильно, или как-то какие-то ваши другие советики обязательно прочтем, ответим, не проигнорируем. Так что большое вам, друзья, спасибо огромное. И, как говорится, до новых встреч, друзья. Пока-пока.